Приветствую вас. Не знаю, случайно или нет, но вы задали свой вопрос в раздел «Психологию». И, соответственно, я предлагаю вам посмотреть на проблему именно с этой точки зрения. Точки зрения психологии. А с точки зрения психологии, ваша боль, которую вы испытываете, это не более чем психосоматическое проявление ваших внутренних переживаний. А мысли о самоубийстве – это программа уничтожения, программа, которая входит в ваш сценарий, вот, и либо это сценарий, что я убью себя и всем будет хорошо, либо это такой сценарий, что я убью себя, и тогда ты об этом пожалеешь. Это такие вот сценарии, об этом можете почитать у Бёрны, но лучше, конечно, прорабатывать это индивидуально. Ладно. Вот. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. То есть так можно интерпретировать то, что с вами происходит с точки зрения психологии. Вот. Что касается того, если у вас порча, то этот вопрос лучше адресовать эзотерикам. Вот. Но тем не менее, поскольку психология более научно обоснована, то я предлагаю вам, как психолог, посмотреть именно с этой точки зрения. По крайней мере, так вы можете контролировать это. То есть, если эзотерик вам и поможет, да, то это будет не под вашим контролем. Ну, решать уже вам, да, то есть вам решать, что вы будете делать, то есть как вы будете ли вы работать с психологом по данному вопросу, или все-таки будете обращаться к эзотерикам, ну вот, и, соответственно, уже работать с ним. Вот, вам решать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я вам желаю всего самого доброго, удачи и наступающим.